Здравствуйте, представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Близко к лидерам, но не в призовой тройке. В Соединенных Штатах Америки прошел чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. В соревнованиях, которые состоялись в Дирвейле, принимала участие прикамская спортсменка Анастасия Смирнова. Она выступила в дисциплине «Могул». Квалификацию Смирнова завершила 11-й и пробилась таким образом в финал, но там уступила более титулованным и мастеровитым соперницам. В итоге она показала 4-й результат, остановившись в шаге от бронзы. От француженки Перин Лафон наша спортсменка отстала на 6 баллов. Еще один представитель нашего региона Андрей Махнев стал 11-м среди мужчин. В парном могуле Махнев также занял 11-е место, Смирнова оказалась 9-й. За океаном сейчас и российские биатлонисты. Этап Кубка мира прошел в Канаде. В составе женской сборной в эстафете приняла участие Валерия Васнецова. Прикамская стреляющая лыжница бежала первый этап и прошла дистанцию не слишком удачно. Допустила 6 промахов на огневых рубежах и привезла отставание партнершам почти 3 минуты. Национальная команда наша в итоге оказалась 10-й. Победившая сборная Германии была на 4 минуты 39 секунд быстрее. Эту неудачу для российских болельщиков несколько скрасило выступление мужской эстафетной команды. Она взяла бронзу. У россиян в составе были 2 молодых стреляющих лыжника – Эдуард Латыпов и Александр Поварницын. Очень сильный мороз и ветер. Руки мерзли. Просто к стойке я подходил, я уже, в принципе, их не чувствовал. Работалось сегодня, конечно, сложно. И я думаю, что результат для такой погоды был очень хороший. Для нас, как бы, Эдик согласится, то, что это нас самое будет запоминающееся, потому что это первая медаль, в принципе, на Кубке мира для нас, спортсменов. Мы с ним идем вместе же с сеньоров, как бы, и постепенно делаем шажки на пути, как бы, к вершине Олимпа. На очереди еще один североамериканский этап Кубка мира. Его примет Солт-Лейк-Сити с 14 по 17 февраля. Далее о прыжках на лыжах с трамплина. На первенстве России проявили себя представители Прикамья. Сборная юниоров заняла 3-е место в командных стартах. Бронзовые медали завоевали Владислав Мустафин, Федор Новиков, Олег Павленко и Константин Николаев. В личном первенстве серьезных успехов нет. Среди девушек 8-е место заняла Диана Васильева. У юношей Владислав Мустафин показал 10-й результат. А в Дзержинске прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо. Команда Пермского края отправилась на этот турнир вторым составом. В сборной было 22 человека. В первый же день наши не раз поднимались на пьедестал почета. Ксения Ужегова из Чайковского заняла 1-е место в своей категории. Антон Шилов из села Троильга стал серебряным призером. А пермяк Кирилл Липатников оказался в своей категории 3-м. Спортсмены прошли отбор на первенство России. Оно пройдет в начале марта этого года в Екатеринбурге. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.